Сейчас вы услышите куранту до минор французского же композитора Жака Дюфли. Первый это Франсуа Куперен «Мюзет Ставерни», вторая Жан-Филипп Рамо «Перекличка птиц».
Thank you.
хорошее сопоставление получилось разных национальных взглядов на птиц. Сначала Рамо, птички, а потом Чайковский, птички. Это были времена года Чайковского, песнь «Жаворонка». А сейчас прозвучит оттуда еще одно произведение «Осенняя песнь». Прозвучит еще одна пьеса из того же цикла Петра Ильича Чайковского. Называется она «Баркарола». Переложение для клавесина в четыре руки. Thank you.
заключение нашей программы, как мне рассказал Федор Васильевич по просьбам слушателей, мы для вас исполним духовную музыку, как это в необыкновенном концерте было, всеми вами любимый жанр хоровое пение. Да? Сейчас вы услышите фугу и мистерио Астора Пьяццоллы. Thank you.
спасибо, дорогие друзья, за внимание. Наш концерт.